Добрейшее во время суток. В своей 11 главе книги «Путь к финансовой свободе» Бодо Шефер разбирает основные принципы инвестора. Она достаточно большая, мне тяжело ее всю пересказать. Основной лейтмотив в том, что то, что мы привыкли считать инвестициями, например, там дом, квартира, на самом деле не являются таковыми. Это является имуществом, которое, конечно, сохранит наши деньги, возможно, при благоприятных событиях, да, но не будет приносить их автоматически, да, за исключением инвестиционного имущества. Поэтому такие вещи, как дом, квартира или даже машина, ну, в первую очередь машина, они скорее несут с первого же момента покупки расходы, а не дополнительные доходы. Он говорит, Бодо Шефер, о том, что обязательно надо разделять инвестиции, спекуляции и вложение денег в имущество как три абсолютно разные истории и понимать, зачем вы делаете конкретные шаги по вложению денег в то или другое.